Только что один из российских телеграм-каналов сообщил трагическую новость о нашей любимой российской актрисе Екатерине Варнавой. Мы были шокированы этим известием. Многие из нас зарыдали, так как очень сильно любят эту актрису и очень упорно следят за ее жизнью. Нам стало известно, что 36-летняя российская актриса, телеведущая Екатерина Варнава призналась, что у нее периодически бывают приступы хронического заболевания. Накануне из-за очередного приступа она просто не смогла встать с кровати. «Мое низкое давление приветствует всех. Оно сегодня упало настолько, что встать с кровати просто не получилось», — написала актриса в своем инстаграм. Она попросила прощения у всех, кого подвела в этот день. «Это было просто невозможно», — поделилась Екатерина. «Гипотомия сосудов головного мозга, надокагор и коньяк», — посоветовала одна из подписчиц. «Проверьте, пожалуйста, щитовидную железу». Другая поклонница посоветовала пожевать гвоздику. Напомню, что на прошлой неделе Екатерина Варнава заявила, что ей сложно жить с длинным носом. Она боится забеременеть и родить ребенка, так как ей сказали, что в этом случае нос может стать еще больше. Давайте, друзья, поддержим нашу любимую телеведущую. Будем надеяться, что с ее здоровьем все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ждите следующие выпуски, которые выходят у нас каждое утро. До скорой встречи, дорогие наши друзья, на нашем YouTube-канале.